вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые гости. Мы поздравляем всех вас с праздником, с Рождеством Христовым. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы радоваться празднику Рождества Господа нашего Иисуса Христа, Его чудесному воплощению. Несколько тысяч лет на земле рождаются и умирают люди. И каждый человек, приходящий в мир, уникален и неповторим. Но только однажды произошло чудесное рождение, благодаря которому всякий верующий получил надежду на жизнь вечную. Великое чудо – воплощение Божества. Вся Вселенная ликует в эти необыкновенные и волнующие дни. Всюду веселье, торжество, детский смех. Каждый верующий человек с нетерпением ждет этого светлого праздника. Каждый хочет принести слова благодарности Творцу. И повсюду в этот день звучат песни, стихи, поздравления. Все творение Божие дышит в этот день чудесным Божьим промыслом. Божий Сын на свет явился.